Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Серега и подписчик. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Сегодня у нас карта FNAF 1, всем нравится рубрика «Аниматроники пугают охранника». Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, Димон, давай, короче, знаешь, что мы сделаем? Мы эти двери удаляем. И ты делаешь бабушкины калитки, потому что личка за... Блин, а эти двери могут убивать. Блин, как не надо, могут мочить. Да что так нечестно? Так не должно быть. Да что такое? Это что? Нельзя в друг друге шмякаться? А, нельзя в этом месте появляться, где мы спамнимся. Понял. Все, у вас тут... Ладно, давай с этой стороны удаляем дверь. Так, не подходите. Так что это... Вы меня запрягли на калитки делать, да? Всем нравится очень. Я не знаю почему, Димон. И ну, мне тоже нравится. Раз так нравится, раз так просят, тогда влепите лайкусик. Значит. Да, и напишите классный коммент. Коммент. Что за рожа страшная летает здесь? Не зря же я калитки вам стараюсь тут делать, правильно? Конечно. Тем более бабушкины, не просто. И использовать еще резинки от трусов, это вообще жесть. У нас тут РТ-камеры. Все по феншую. Так, сегодня у нас будут калитки, наверное, все-таки из... Из криптонита аниматронического. Да какие-то прозрачные, может, решетку. Подожди. Вообще, калитки... Ой, что-то передо мной летает, тут интересно. Кто это летает, интересно? Тут кто-то. Вот. О! Это корабля. Так это мы что, в корабле, что ли? Корабельная калитка. Так, надо отойти, наверное. Давай я пролечу, чтобы не мешать. Так, а стройка продолжается у нас. Димон, оно тогда... Или ты ровно поставишь? Да нормально, Димас. Пойдет, да? Димас. Строители от Бога. Обращайтесь, мы можем ставить ровно двери. На тебе за это, Димон! Правильно, Серега. Нечего стоять долго калитки делать. Я что-то плюс. Блин, я вспомнил. Эх, впустите меня сюда. Блин. Обошел, обошел. Блин, я забыл, Димон, что можно фонариком в лицо ему светить. Так я светил. Блин, ты светил мне в лицо, не ему. Надо было ему светить, Димончик. Вас перепутал. Да-да-да. Неужели так похож на этого красивого аниматроника? Во. Так, опять кто-то за розетки. О, давай, с Half-Life 2, погнали, барьеры. Барьеры ГОшника. Да-да-да. Еще поставь сюда ГОшника, будет сид-карту предъявите. У аниматроника спрашивают. Аниматроник такой, в смысле сид-карту? Так, ампутировать его. Ага, сейчас. Так, а ну давай попробую пролезть тут. Не смогу подожди, пролезть. Подожди, там не пролезешь. Кто-то идет. Здрасте. А я в лицо... А, этому не работает в лицо. Покрасили. Надо было хотя бы Димон плюнуть ему. Я не знаю, что там было сделать. Так. Быстрее, нет. Ну, нет, впускай. Нет. Новая калитка. Сходи. Давай, закрой. Закрой. Ну, по башке ему дай. Блин, он ее как-то криво поставил. Уйди. Этот щит непробиваемый. Он меня за ляжки укусил. За ляжку, да. Кстати, этого скримера не помню. Четерюга какой-то. Димон, может, скримеры добавили новые? Может быть, может быть. Так. А что у нас такой барьер ярко-белый такой? У тебя тоже он? Нет, белый. Он у меня просто такой ярко-белый. Не-не. Такой, как прозрачный. Не, я имею в виду по краям. Светлый он у тебя? Нет. Темный? Ну, как цвет металла. Я выровняю башкой своей, все ровненько стоит. Так, ладно. Какие-то резинки от трусов растянутые сильно. Давай, мужик, иди. Мужик, мужик. Я вижу через этот барьер. А, на! Да, не надо было мне уходить. Но... Надо было, надо. Что поделаешь? Так, уходи отсюда, засранец. Так, короче, надо ловушки здесь поставить парочку. Так, он лезет! Он лезет! На тебя, говнище! А, я успел взорвать! Ого, там кто-то идет здоровенный. Не-не-не, ты к нам не заходи. Не-не-не-не, не пройдешь. Не-не-не-не, иди отсюда. Так, Димончик, я здесь немножечко ремонт делаю. Бомбовый. А что у нас дырка в потолке? Прикольно. О, кстати, может там что-то есть? Ну да, крепление люстры есть, это очень нужная вещь. А ну-ка. Пиццерия не такая большая, но можно, в принципе, прятки поиграть. Ну, прятаться не могу где.
Автон идет к нам. И нам идет Автон. Так, быстрее закрываемся. Закрывай эту штуку. Че ты нас сделаешь? На! Сранец. А? Ой, Димончик чуть не взорвал. Так, он ушел. Он уходит. Идет. Ой! Отпустить, да, тебя? Вот, мужичка впустил. Автон пошел по такой легкой походкой. Невас, а ты где? Я на кухне сижу. А, на кухне? Я боюсь. Он к тебе, наверное, идет, да? Да, он ко мне идет, постарайся его обмануть. Он нам камеру съел, я понял, спасибо. Сожрал нашу камеру. Проходи. На кухню, пацаны, лишний раз не заходите. О, Димас, да я там боб наставил еще на столе, там, с разных сторон. Я понял, почему не надо заходить. Да-да-да, там очень жестко было. Очень жарко. Очень жарко. Надо тогда что-нибудь там это холодненького. Ай! Беги, лучше бегу, беги. Бегу. Нет. Ого, так кто-то мои бомбы взорвал. Димас, я его убил супер мега туп топовым оружием. А, админским пекалем, что ли? А, да. Как у нас очутился нашей этой берлоге? Не знаю. Ты откуда взялся, молодец? Так, кто тут звуки странные издает? А, это он! Он идет, да? Где он? Он идет, он меня убил жестко, еще кишки мне выпускает. Ну что, он не закрывается? Нет! Димончик, где наши двери новые? Все, съел их опять. Ты че, резинки от трусов пои? Блин, тут же мои бомбы стояли. Димас, красавчик. Ну я умный, да? Ты прям бежишь? Я хотел вместе с тобой залететь в дверь, но ты меня спас, можно сказать, от своих бомб. Я их разминировал своим туловищем. Я вижу здоровяка какого-то там. Димон, осторожно, с левой стороны бомба. Паркур, он не видит. О, я не вижу. Димас, кто-то взорвался на моей бомбе. Я заминировал всю карту, пацан. Я сегодня минером, короче, заделался, но не до конца. Да, как эта дверь открывается? Выходи отсюда быстрее. Так, ой, Димон, сейчас. Ты видишь, он идет? Видишь, да? Нет. А я тоже его вижу. Хотел пистолет взять админский, но не успел. Запереживал. Так, надо сваливать. Вот здесь самое, ребята, лучшее место. Вообще в любых хоррорах это самое лучшее место. Так, тут мины, он разморозился. Ой, разминировал. Так, давайте посмотрим, он там где-то ходит. О, по бочонкам. Ого! Так. Спринтрап! Все, я спрятался. Димон, админский пистолет, я разозлился очень сильно. Я спрятался. На тебе, Сережка. Убил меня 3 раза. Тихо, это Пикачу здесь. Это ты, это мы. Давай, короче, Димон, шкеримся вдвоем, да, на нычку здесь? Я, Димон, детектив Пикачу. Кстати, надо посмотреть фильмасик. Так, давай. Хай, о, там балунбой. Да, тихо, жди. Давай устраиваем засаду. Сейчас он только заходит, сразу мочи его, в голову стреляй. По ногам. Окей. Мы же копы, Димас, мы должны еще жизнь сохранить. Хорошо, давай, Димон, прикрывай меня. Димас, ты вообще совсем не паришься. Аниматроник уничтожен. И вас жизнесохранялищик, да? Так, слышу противный звук. Я знаю, что это какой-то бабкин внук. Выходи отсюда! Ой, выходи сюда! Где ты ходишь? О, у меня съел. Я его, Димон, откидываю, видишь? Давай. Смотри, газку сейчас ему. Пошел отсюда. Димон, он зашкерился, иди заходи. Ай-яй-яй-яй. Давай накидаем ему туда. Давай, закидываю его. Прям вовнутрь туда. Да. Ого, ты разозлился, Димон. Вот он через стену, видишь его? Вот он читер, вонючки. Я его говном, Димон, закидываю. Иди сюда. Ну чем, Димон, я его газком, а ты его... Я говнищем... А, он обошел. Он что, пролетел через новые стены наши? Да. Ах ты, вонючий человек. Так, достаем 4-палую ракету. Давай, Димон, я тебя буду прикрывать. Давай сейчас рассосется тут все. Давай, рассасывайся. А, Димас, сзади, гаси. Есть! Пойдет?
И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!